3 мая 2021 года в Христорождественском храме села Немчиновка состоялся фестиваль пасхальных колокольных звонов. По традиции на Руси с давних времен на Светлой Седмице в пасхальные дни каждый человек мог позвонить в колокола и таким образом возвестить радость о воскресшем Христе. Настоятель храма отец Алексей пригласил московских и подмосковных звонарей поучаствовать в фестивале. Благо колокольный подбор богат и благозвучен. Отзвонили пасхальный крестный ход, любимые звоны импровизации, а также звонари провели мастер-класс с пожелавшими принять участие прихожанами. И дай Бог, так родятся новые звонари, как бывало и раньше на Руси, когда люди пробовали, и кто-то достановился потом звонарем. Христос воскресе! Thank you.
Аминь.